Постепенно приближающаяся осень – не повод провожать лето. Последний месяц сезона тоже может стать незабываемым для желающих отдохнуть. В этом году по старой традиции для детей-инвалидов, которые воспитываются в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» и вспомогательной школе, было организовано две смены для оздоровительного отдыха в лагере «Орленок». 36 детей с разными проблемами со здоровьем вместе со своими родителями смогут насладиться лесной тишиной, искупаться в Муховце и принять участие в развлекательной программе, подготовленной педагогическим составом комплекса «Орленок». Не первый год в наш оздоровительный лагерь «Орленок» приезжает группа детей с некоторыми отклонениями в здоровье. С удовольствием они принимают участие в наших мероприятиях. Дети их очень добродушно встречают. Им нравится. Смена их разбита на две части. 9 дней одни приезжают дети с родителями, и следующие 9 дней приедет другая группа детей. Насыщенная развлекательная программа для детей-инвалидов была составлена как организаторами «Орленка», так и социальными педагогами и воспитателями «Стимула» и вспомогательной школы, приехавшими вместе с ребятами. Мероприятия обещают быть интересными, ведь среди них и спартакиада, и конкурсы талантов, и многочисленные интеллектуальные состязания. Вместе с обычными ребятами дети с некоторыми отклонениями в здоровье смогут активно проводить свой досуг с большой пользой. Мы приезжаем в этот лагерь, потому что здесь созданы все условия, чтобы детки себя очень комфортно чувствовали, детям уделено очень много внимания. И шикарная природа, солнце, отдых для детей. Мы в лагере второй раз. Приезжали бы, конечно, почаще, но у нас как-то так не складывалось. Вы знаете, все прекрасно, организаторские мероприятия очень хорошие, питание, вообще режим хороший такой. У нас ребенок с ДЦП, но нам прекрасно здесь. Мы приехали отдыхать в четвертую смену лагеря «Орленок». Приезжаем уже не первый раз, но в летний период это наш первый выезд. План работы составили люди отряда «Орленка». Наши дети также посещают лагерь, но они всегда приезжали осенью. А так вот как бы провели эксперимент, первый раз они приехали летом. И как бы учителя нашей школы, первый раз я приехала в этот лагерь с детьми, с нашими детьми. Также мы вместе со «Стимулом», у нас один отряд. Дети – это наше послание в будущее. Заботясь о них, мы создаем здоровое поколение, которое уверенно пойдет вперед, создавая свои семьи и воспитывая своих детей. Инициатива, предпринятая лагерем «Орленок» об отдыхе детей-инвалидов вместе с их родителями – показатель того, насколько уважительно и серьезно в нашем государстве относятся к проблемам людей с отклонениями в здоровье. Для них создаются комфортные условия проживания, предоставляется специальное оборудование и разрабатываются обучающие программы. Можно быть уверенными, что и в будущем эти люди не останутся без поддержки. Это очень важно, чтобы такие совместные смены были, потому что наше общество становится жестоким со временем, но все-таки такие мероприятия, которые они сплочают и детей, и взрослых. София Бережная, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.